Насте Стариковой 5 лет. Она воспитанница 51-го детского сада. Прадедушка Насти прошел почти всю войну. О его жизни и заслугах девочка рассказала в своем проекте. Говорит, к зорничке готовились всей семьей целый месяц. Я поехала к своей бабушке и посмотрела все медали. И меня там снимали, потому что я там... Мне дали подушку, потом там все медали разложили. Викторина проходила в 5 этапов. Дети активно принимали участие в каждом из них. Переживали и родители, ведь готовились все вместе. Именно так и должны проходить такие мероприятия, уверена Ирина Агапова. Вы знаете, ведь это же не только участвуют и готовятся к этому мероприятию дети, да, и воспитатели детских садов. Ведь это же и семьи участвуют в этом, родители, и они как бы, ну, снова и снова проходят ту историю семьи, да, вот, допустим, Данил говорит, прадедушка и прабабушка встретились на фронте, да, началась дружба фронтовая, зародилась семья. Свои проекты представили все сады. Дети серьезно подготовились к празднику и достойно показали свои знания о войне. Первое место занял детский сад «Золотая рыбка». Все участники получили дипломы и призы. Отметим, праздник состоялся при поддержке мэра Улан-Удэ Александра Галкова. Дарья Белоусова, Алдат Дармаев. Новости дня.